Национальный банк выпускает новые монеты из серии «Сокровища степи». Они посвящены семи главным сокровищам человека – мужественности, умной и красивой жене, преданной собаке, всесторонним знаниям, хорошему ружью, быстроногому скакуну и охотничьему беркуту. Впервые в одном монетном проекте будут циркуляционные и коллекционные монеты. Одним из первых монеты номиналом 100, 200, 500 и 5000 тенге увидел наш корреспондент Марк Плюшко. Национальный банк выпускает новые сокровища степи. Совсем скоро в обращение поступят биколорные циркуляционные монеты из этой серии. А увлеченные нумизматикой смогут приобрести коллекционные из драгоценных металлов. Данный монетный проект состоит из биколорных циркуляционных монет номиналом 100 тенге, которые представлены в 7 видах. Ержигет, Сулуаель, Кумайтазы, Ахылбылым, Беринмылтык, Жырык-Ат и Крамбуркыт. Сразу отмечу, что циркуляционные монеты выпускаются в обращении исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в денежном наличном обращении. То есть это означает, что данные циркуляционные монеты являются законным платежным средством, обязательно к приему по всем видам платежей, и ими можно расплачиваться в магазинах. Коллекционные монеты ЖТ «Казана» произведены из золота номиналом 500 тенге и серебра номиналом 500 и 5000 тенге. Образ всех семи сокровищ степи можно увидеть на каждой монете. Впервые будут выпущены сувенирные блистерные наборы тиражом 25 тысяч штук. Они состоят из монет из сплава «Мельхиор» номиналом 200 тенге и из циркуляционных монет качеством «Brilliant Uncirculated» номиналом 100 тенге. А вот информацию о том, когда начнется реализация коллекционных монет и блистерных наборов, можно будет узнать потом на официальном сайте Национального банка. Отмечу, монетный проект, в котором есть и циркуляционные, и коллекционные монеты, выпускается впервые. Марк Брюшко, Жандос Битабаров, Хабар 24.